Да.
Привет. Свет горит. В туалете где? Атакует. Умову прислали чуть-чуть. Ну и да, что? А сейчас называется теперь не ТНТ, а канал Плюс. Польская СТА, скрытка почтовая 8-02-100 Варшава. Канал Плюс платформа. Ну может мне занести там, где я хожу, этот пункт? Вот. А там написано, значит, Сикорского. Генерала Сикорского. Но. Вот. Корреспонденция сюда. А адрес генерала Сикорского. Не надо читать. А в этой 22 ты все посмотрела? Керчь не досмотрела я. Да? А мою смотрела? Да, посмотрела. Здесь стирали. Хорошая. А это Керчь что? Много не досмотрела? Там, там вот, где эта бумажечка? А? Четвертый ряд, да? Где она была? Три ряда. Ну. Три ряда полностью посмотрела. Ага, ну добро. Постараемся их. Тема в фокусе смотрела какая-то там? Или не помнишь? Смотрела? Твоего я все посмотрела. Я про Керчь говорю, мам. Да. Возродится ли помысел смотрела? Промысел рыбный смотрела? Мне был... понравилось Керчь, что планы. План на Керчь. Какие там строительство будет, какую набережную, там все это. Это ангелы, которые уже не скрываются, как те, да? Они открыто приходят и в этих в свои мешочки это души. Собирают души. Если бы ты подержи вот так. Не вот только. Нет, вот так, где мои два пальца. И не нажимая ни на что. Вот, вот такой мешок. А где тут открывается? Вот, о, вот так. И понесут на небо. Понимаю. Видишь их? Нет. Ну ты да, чтобы камера их видела. Вот, а он летит, а там Бог говорит, принес души. Да, Боже, принес души. Это как черти, бляха, только ангелы. Ну, добро. Вот такая вот петрушка. Это такие театры есть про этих. Интересно, что за фильм получился. Но я думаю, если ты видела то это, то они там должны были быть. И, кстати, это был бы хороший эпизод, отрежиссированный нами, а не так, как я бы там. Вот, и ангел понес, понес души, понес, летит. Сыпется это. А, ну ничего, там пару волосков упало. Вот он такой, ангелы. Да. Блондины, хорошие. Идеи. Крылечко еще Любчинова. Это самое, есть ручка, давай. Ручка, да? Какую-нибудь. Здесь нету, нет.
ты что? Это была ручка. Ладно. У тебя что, мало ручек? Ну, слышишь, ну, сейчас расскажи. Значит, что, сгущенку надо купить? Ну, вот это сгущенку. У меня полбанки еще есть. Ну, добро. Что еще? Хлеб не надо пока? Или булки какие-то купить? Ну, бы на неделю ж. Хлеб купить какой-то? Пеша, если будет это самое, вот такой вафельки, как ты тогда покупал. Ну, нет таких вафелек. Ага, если будет, то только вот такие вафли, как обычные такие, вот я приносил. Не эти магазинные, а вот эти, ну, приносил я когда-то. Вот такие, такие тоже покупать, или они ерундовые? Ну, можно сказать. Ну, а эти всегда там есть. Есть такие, типа, темные, а есть и белые. Что еще? Молоко надо? Сыр надо? Масло надо? Творог сметан... у меня целая пачка лежит. Ну, так, а через... Нет, они... Вот. Творог надо один? Один, может. Молоко надо? У меня целая... Добро. Это... Сметана надо? Не, не сметана не надо. Не, не мясо надо. Какое-то не надо? Значит, у меня крылья два или фарша что? Есть, нет? Ничего, да. Рыбу не надо? У тебя рыба еще есть, да, там замороженная? Там в замороженке рыба лежит. Да. Ну, это которую надо солидно поработать. Уже давно она у меня. Ну, в заморожарке с ней. Добро. Паштеты не надо? Паштеты не надо. Так купить хлеб, булки, что-то купить такое? Сосиски тоже не надо, потому что все еще не нет. Трогала их. Слышишь, булки тогда купить, может? Пару булок или что? Ну, только не кондерки, может, какие-нибудь другие. Ну, то, что ты купил мне вот эти вот, что мне понравились. Ну, вот. Присыпанные вот эти вот. Желтое самые. Такое? Рогалик такой? Не рогалик такой, пирожок как жареный и сверху. Ну так ты сказала, что ты уже их мождось. Так, слушай, ну прошлый раз лежали они. Любочка, Аня ушла, Любочка пошла туда. Ну и что, и съела? Выходит, держит это и надкусывает. Бабся, что такое смачного? Вот. Это не я знаю. Говорю, Любонька, то не нужно кушать, это тебе не надо. Бабця, ну смачно так, я немножко съем. Я говорю, ну хорошо, и что, съела весь? Половинку съела, ты слушай дальше. Половинку съела, я говорю, и хватит. Она пошла, положила. Приходит Аня, идет туда, значит, все, Любця начинает, значит, ей рассказывать, что такое смачное, она... Аня уже говорит, вижу. И сама, все, сама. Ну, надо и дай. Это ты ела, она. Я, надо и дай, Любка обрадовалась. А Анечка тот другой съела. Говорит, вкусные такие. Съела Анечка другой. Съела. Вот, говорит, хоть вредные это, вредные, но вкусные. Съела. Ну что, еще что? Что а, помидоры надо какие-то помидоры? Да чего он помидорка? Не, ну... Ну, можешь пару помидоров купить. А, фрукты какие-то надо? Да ничего мне не надо. Да. Да. Она заказала таких, там мех доставала 8 штук, чтобы сделать ей. Ну, пусть она извиняет. Вот Аня тут, я смотрю, заказала таких вот 14. 4. Ну где? Вот написано. 4. Всего 14 штук. Вот 4 штуки. 4? А вверху написано 14. Ага. Вот таких вот друзей. А это Любуся наша заказала. 8 штук, конечно, понятно. Скажи, Любочка, я тебе сделаю 8 штук, но... Когда буду жить там, спокойно делать, и со временем тебе она это... Она меховые, достала мех. А там, тут? Ну, у меня вон лежит меха. Вот это вот здесь у меня, около стола, стула. Здесь такой этот самый, а там в середине мех разный. Угу.
Вот. Ну, она понятно. подоставала. Рисовала, а я говорю, чего у него лапки к голове, вот. Она: бабся, ты не разумеешь. Пошла, я сидела, я говорю, что там робишь? Она молчала, потом выходит, она там открыла, она вот эти достала вот две этих. И это отодвигается, и эти кладутся. То есть тут она можно человек, в длину. Мы это брать не будем, потому что у нас... В длину растянет. Все есть, как она говорится. Она узкая, ну, это самое. Доброе, все я взял. Мягонькая. Все я взял, говорю. Покупали и тумбочку, думаю, да. Доброе, это сам, ну, там, ну, по-моему. По котик. Да. Короче, если что надумаешь, бы и так должен эти фильмы принести. Экология. Ничего. Я подумал, может чего взять или нет. За воду никак не приносят еще. Это длинный, нет коротких? Ну, эти не, еще не законченные. Да? Какой-то незаконченный, не знаю, или белый, или этот. Ну, этот вроде. Закончен чем? Ну, Закончен. Нет, это не закончен. Так. Ну, если там пару страниц, ну вот же еще, смотри. Ну, пару страниц. Понимала, или ты хочешь это? С этой вот пачки все, что ЗУСа. Вот. И положила в отдельную. Отдельно это, чтобы у меня было со мною. А то оставлю... Не, ну ЗУСа что оставишь? Ну, то оставлю папку. Кто будет жить здесь, будет мало недоразумения какие-нибудь, эту папку. Ну, надо ее проверить, чтобы лишнего не оставлять. Там, я уже проверила, я же взяла все это самое. Только ЗУС повышала. Этот все время тут как иду, уборщик этот торчит целыми днями. Ну вот по утрам видно. Ну, по-моему. Ну, короче, свяжемся, если что.